So welcome to 210. We're going to start a little early, a few minutes early. And this is a Judy Knight quintet, and we're delighted to perform for you. Thank you.
Thank you. That's called 3-4-5. That's an original composition. We have another original now. Thank you.
That's called Sliding on Glass. We're gonna
We're going to invite Vanya to join us for this tune. Listen through once or something, and then. Yeah. Thank you.
some Beatles for you. Thank you, Vanya. That was great. Thank you. Sorry, I mixed it up.
Thank you. That's Moonchild, a King Crimson song, and it was preceded by Horace Silver's Lonely Woman. Thank you.
This is the Judy Knight Quintet. Thank you so much. It's a pleasure playing for you. I'm going to just introduce the band quickly. We have Brian Wilkie on guitar, T.C. Furlong on the pedal steel, Jackson Kidder on the bass, Justin Kramer on drums, and I'm Judy Knight, and we have the distinct pleasure of playing with Fedor, so thank you. And I've never been to Spain, so.
Thank you. Okay, we're going to play one more tune. That was, I've never been to Spain. Now we're going to do Chicken Shack. What is it called, totally? Back in the Chicken Shack. Thank you.
Thank you again. This was a Judy Knight Quintet, and Fedor will be on soon. So thank you very much, and welcome. Собирайтесь в круг, как бы мальчики, собирайтесь в круг, как бы девочки. Будем как бы веселиться, прозвенел звонок, будем слушать и играть этот самый рок. А доставай-ка как бы гитарочку, да натягивай как бы струночки. Эх, доставай свои как бы колоночки, да береги свои перепоночки. Грозный, страшный, могучий, ты гоняешь в небе тучи. Грозный, страшный, свирепый, приносящий смерть совдепу. Рок-н-ролл, 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 этот русский рок-н-ролл. Если утро наступает в три, через два часа уже зажгут фонари. Уже кончился день, а я только встал, а я только что встал и уже устал. Уставать по жизни Бог дал долю мою, и я, как положено, устаю. Уставал, когда работал и когда ходил в школу, а теперь немножечко устал от этого вот рок-н-ролла. Грозный, страшный, могучий, ты гоняешь в небе тучи. Грозный, страшный, свирепый, приносящий смерть совдепу. Рок-н-ролл, 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 этот русский рок.
Спасибо. Добрый вечер. Приятно вас всех здесь видеть. Это была песня под названием «Русский рок-н-ролл». А сейчас этой весной вышел новый альбом под названием «Нежелательная песня». Он вышел в России. И здесь есть гитарист Иван Жук, который играет на совершенно incredible gypsy acoustic 7-string гитар. И мы исполним одну песню из этого альбома, которая, собственно, и так и называется «Нежелательная песня». Раз.
Спасибо вам. Это была песня из нового альбома «Нежелательная песня». Вы найдете его в iTunes, Apple Music и прочее. Но сейчас немного классики жанра. We'll be right back.
начале мая вышел я из дома погулять. Ехали по улице трамваи. Ехали куда-то большое спасибо. Ну, есть еще один сюрприз. Это новый диск, который записан и сделан именно в Америке уже. И этот диск есть здесь. Он называется «Песня эмигранта», очень тематический. И он находится вот здесь, есть стол самый последний. Там после
концерта там можно найти этот диск. А сейчас песня, которая вошла в этот альбом, она называется «Сувениры».
Спасибо. И сейчас еще, еще одна песня из этого нового альбома. Хотя она, в общем, достаточно старая. Она называется «Цвет моей мечты». Цвет моей мечты,
Сейчас еще одна относительно новая песня, но очень веселая. Она называется «Песня одноглазого пирата». Сейчас нужно поменять гитару. Спасибо огромное. Небольшая пауза, буквально минуту.
Okay. Окей, простите за этот промежуток. Это была техническая небольшая поломка. Все сейчас в порядке. Мы готовы дальше играть. И это альбом «Песня иммигранта», напоминаю, который есть здесь, вот на этом столе. И сейчас еще одна песня. Это была песня, которая предполагалась стать первым альбомом группы «Ноль», но это стало невозможно в связи с определенными обстоятельствами. Но, тем не менее, песня была записана, и она называется «Время жить». Она была написана в 92-м году и переписана вот сейчас, уже совсем недавно. Это последняя песня, записанная в России. Thank you.
старый добрый доктор Хайдер. Russian kind of. Свистят по степи.
звезды мерцают. Thank you.
Спасибо. Это была темная ночь. Песня военного времени, которая никогда не кончается. Может, и не видели, но тогда обязательно посмотрите. Какие-то парни сняли ролик на песню «Человек и кошка» по мотивам истории с 400 килограммами кокаина, найденными в русском посольстве в Аргентине. Поищите в YouTube, это прикольно очень. Человек и кошка не с трудом считают вместо еще одна очень старая, но, увы,
почти вечная песня. Спросишь меня, почему я иногда молчу? Почему не смеюсь и не улыбаюсь? Или же наоборот, я мрачно шучу? И так же мрачно и ужасно кривляюсь. Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от меня. Просто я живу на улице кавалеров. Про склероз еще впереди будет песня.
ненавижу, так и люблю свою родину. И удивляться здесь право, товарищи, нечему. Такая она уж глухая, слепая уродина. Ну а любить-то мне больше и не. Улица Ленина, и меня зарубают время от времени. Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубают время от времени. Спасибо, спасибо. Сейчас немного рок-н-ролла. А что до этого было? Ну сейчас совсем рок-н-ролл. Забываю. Это классная автор и классная песня.
Я слышал, это болезнь называется склероз. Я слышал, это болезнь называется склероз. Но я еще не так уж стар. Но я еще не так уж стар. Но я еще не так уж стар. Я до склероза не дорос. Я за... Ты мне просто улыбнулся.
погляди, погляди на небосвод, что сияет так безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гормон поет от того, что кто-то любит гармониста? Отчего, отчего, отчего гормон поет? От того, что кто-то, кто-то любит, от того, что кто-то, кто-то любит, от того, что кто-то, кто-то любит, от того, что кто-то, 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 а кто-то, 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 а кто-то, кто-то, а кто-то, 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 а кто-то, 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 кто-то. Мы любим советскую песню. И сейчас еще одна, но в стиле немного джаза. Невозможно же все время скакать. Thank you.
Спасибо, это была песня «Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я». Народная карибская песня. Я ее называю «Ой, цветет латина». Сейчас еще одна песня. Хочу напомнить, что сегодня презентация нового альбома. Альбом там. Есть там некоторые еще старые вещи. И песня, которая дала, собственно говоря, название группе «Ноль», это песня «Инвалид нулевой группы». Рок-н-ролл танцуют все.
молчу. Скажу, что в полкану не промолчу. Пусть каждый знает, что я хочу. Проститутки вон, голуби шесть. Я вам покажу, как ползать по крыше.
Небольшое напоминание еще, что там есть диски, я даже их подпишу лично. Вот. Ну, а что, ничего нет? Something gone wrong. No, signal. Это да. Сегодня как раз суббота. Штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но мы будем танцевать буги-вуги до утра. Ведь я люблю буги-вуги, я люблю буги-вуги, я люблю буги-вуги, я танцую каждый день. Совершенно.
слышаю телефонный звонок, и я звоню тебе, я говорю тебе привет, я не видел тебя 40 тысяч лет. И если ты не знаешь, чем вечер занять, то почему бы нам с тобою не пойти потанцевать? Ведь ты же любишь волки, волки, ты же любишь волки, волки, ты же любишь. Для вас играли гитара Иван Жук, барабаны Гарик Бактыгюлян, бас Гена Фельдман и старый Джон Белл.